Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Булаточка, уважаемые владельцы техники Waymo и Waymo Deluxe, наши дорогие партнеры и не менее уважаемые наши покупатели. Сегодня февральский день, минус 7 на улице, но наша работа идет, и по услуге доверия мы отправляем мотоблок 1100АКМ из серии Deluxe в город Киев для Романа Михайловича. Роман Михайлович заказал эту услугу. Он хочет увидеть, как выглядит его мотоблок. То есть цвет, визуальность почувствовать. То есть, потому что когда заказываешь по картинке, это одно. Когда ты к своей технике видишь видеообзор, это совершенно другое доверие, совершенно другая эмоция. И когда люди для тебя это делают с удовольствием и показывают именно твою технику, которая к тебе придет, это, конечно, большой доверительный плюс. Ну и, Роман Михайлович, вот ваш мотоблок по услуге доверия. Я вам двигатель показал. Покажу вот серийные номера редуктора. И немножко вам расскажу, что же вы заказываете. Это дизельный мотоблок мощностью 6 лошадиных сил. Укомплектован двигателем Waymo 178. То есть объем топливного бака 4,5 литра. Вот идет такой воздушный фильтр грибкового типа. Обязательно сюда в процессе перед работой долить масло. Сейчас по услуге доверия мы вам влили масла. То есть мы все проверим. Но затем масла сливаются, так как вы не заказали масла, сказали, сами вольете. И так как перевозчик от нас требует, мы в любом случае все масла сливаем. Комплектуется этот мотоблок покрышками 4х10. В заводской комплектации идет такая сцепка и сошник. Редуктор у нас идет чугунный, вал 32. Здесь коробка идет трехскоростная. Две вперед, одна назад. Это, скажем так, предыдущие модели Waymo 1100. Это сейчас они 1106 шестискоростные. Это предыдущая модель. Но на коробке все равно вылито. Видите, Waymo. Это отличает оригинальную Waymo от подделок. Остерегайтесь подделок. Данный мотоблок укомплектован рулем КМ. Вот такой руль, который, благодаря которому уменьшено... Ну, не дисбаланс, а уменьшена вибрация, которая передается на руки. Соответственно, изменен центр тяжести, и этим мотоблоком более удобнее работать. С левой стороны у нас получается сцепление и ручка, которая выключает двигатель. С правой стороны у нас задняя скорость и газ. Ну, газ, а открытие, подача топлива. Что еще хочу рассказать? Наш заказчик Роман Михайлович заказывает этот мотоблок для своих родителей. То есть они будут фрезеровать, садить. Ну, по сути дела, выполнять все сельхозработы. В комплектации идет вот такая четырехсекционная фреза. То есть она на каждую фрезу одевается по 4 ножа. То есть глубина обработки до 30 сантиметров. Легче так будет понять. Ширина регулируется. Можно максимум до 1300 или 130 сантиметров, или 1300 миллиметров, минимальная, в зависимости от того, сколько секций вы поставите. Но по документации завода минимальная 800. Комплектация идет вот такая леечка фирменная. Это здесь ножи, 32 ножа, документы, дополнительные крылья, и вот там зип у нас лежит. Наш заказчик, так как у нас бонус идет для техники Waymo Deluxe, идет сцепное устройство в подарок, наш заказчик заказывает адресную доставку. Напоминаем, уважаемые покупатели, те, кто будет желать, то есть все это можно оговаривать с нашими менеджерами. Ну, напоминаю, по услуге доверия на канале Булаточка. Сейчас, Саш, давай произведем запуск. Мы сейчас проверим мотоблок, запустим. А вы, Роман Михайлович, если какие-то вопросы будут, конечно, всегда можете нам написать, позвонить. Сначала, давай, Саш, давай сначала прокачаем, покажем. Сейчас в Харькове минус 7, и в любом случае дизельный, да любой двигатель, сначала нужно прокачать масло, чтобы оно смазало, поступило во все части двигателя.
так. И смотрите, обязательно газ, ручку делать по максимуму. Напоминаю, на улице минус 7. Конечно, зимой дизельный двигатель запускать и проверять сложнее. Но двигателя Вейма, они все-таки по качеству достойны внимания. Ну и вы так не видели, вот минус 7. Мы шестерку запустили. Конечно, со стартером легче все это делать, но тут уже вопрос цены. Кто как себе это делает. Сейчас мы проверяем скоростя. Это какая скорость была, Саша? Это была у нас первая. Сейчас мы поедем назад. Роман Михайлович, посмотрите, замечательно. По услуге доверия. Роман Михайлович, посмотрите этот видеоролик, который мы специально для вас предоставляем. Посмотрите мотоблок, который вы заказываете. И ждем от вас отзыва. Напоминаю, на канале Булаточка. Сегодня мы по услуге доверия показывали вам мотоблок Вейма 1100 АКМ из серии Deluxe. Это мотоблок мощностью 6 лошадиных сил с дизельным двигателем. Мы его вместе с вами запустили в февральский день минус 7. Показали, что все работает исправно. Ну а для Романа Михайловича, и так как мы, насколько знаем, этот мотоблок заказывается родителям и уезжает в город Киев, ну, постарались снять как можно больше. Хотел бы немножко остановиться. У нас есть, я так понимаю, ряд подписчиков, которые пишут там характеристики давайте, еще что-то давайте. Вы не стесняйтесь, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы хотите и отдельно для вас. И у нас есть рубрика «Видеообзоры», «Распаковка». Это сейчас мы смотрим с вами услугу доверия, через которую есть возможность ощутить, что ты покупаешь. И тем самым любой видеообзор, он больше дает доверия, чем ты просто смотришь на картинку. Поэтому все вопросы вы можете задавать нам. Мы для всех открыты. Ну, а в свою очередь хочу сказать, если вы оказались здесь не случайно, значит, вы наш подписчик. Если вам это видео попало, подписывайтесь. Будет много интересного, полезного. До скорых встреч!